В настоящее время заканчивается подготовка к работам по реновации первого в нашем городе здания по адресу Космоса 28. Сегодня проходило второе заседание по обсуждению проекта. Приезжала фирма, которая заключила договор с Юсагенобусисом по выполнению этих работ. Фирма, название его Статибаскодас. Работа немного задерживается. Должны были еще в апреле приступить по своему графику к работам, но пока еще не начаты. Ну, будем надеяться, что в ближайшее время они завершат подготовку технорабочего проекта и получат по нему разрешение на выполнение работ. Работы могут начаться, естественно, после только получения официального разрешения. Предусматриваем, какие там будут расцветки, немножко такой новую, так сказать, цветовую гамму для нашего города предложили, чем наши архитекторы согласились. И будем надеяться, что эта строительная фирма новая в нашем городе выполнит все свои обязательства и работы с хорошим качеством, ну и вложится в срок. Само здание будет выполняться по технологии вентилируемых фасадов. То есть будет достаточно качественно и красиво смотреться. Будем надеяться, что внешний вид этого здания немного будет приукрасить наш город. Еще хотел бы сказать, что параллельно в этом же здании готовится проект по внутренним ремонтным работам. В этом здании будет создаваться 25 квартир из имеющихся с перепланировкой. Вот. И эти квартиры будут отдаваться в очереди, которые стоят на социальное жилье. Квартиры будут современные, с удобствами, как положено по всем нормам. Вот. И нам предстоит в ближайший календарный год приступить и выполнить эти работы тоже. Вот. Так что реновация в нашем городе начинается. Будем думать, что первая ласточка за собой потянет еще целую стаю таких же зданий. Ну, естественно, готовится, конечно, фестиваль 10. Вот. Там тоже идет завершение проектных работ. И надеемся, что строительная фирма Panevėžio Trestas приступит к своим этим летом к работам. Ну, здание тоже приобретет более такой вид современный, отремонтированный. Если говорить про те остановленные в нашем городе школы и садик в третьем микрорайоне, пока там продолжается судебная процедура, к сожалению, мы пока не можем что-то конкретное работы начать. Но будем надеяться, что в течение этого лета мы будем получать разрешение на закупку оставшихся работ. Мы сейчас готовимся к ним. Ну и в этом году начать и, может быть, и завершить из них какие-то самые основные часть, хотя бы к зиме завершить утепление фасадов.